Играю на ческом с белорусским гроссмейстером Сергей Азаров. Скорее всего, у нас тут челябинский будет. Классический вариант с конь b5. И посмотрим, что там Сергей нам предложит. Так, взял на f6 сразу. f5 тогда, слон d3, слон e6, а он решает играть c3. Сразу так, живенько. Не давай мне встать на d4. Ну что ж, пусть будет так. Может быть, f4 вообще? И где-то пожертвовать даже эту пешку. Если g3, вообще не защищать ее. Попробовать какую-то активность проявить. Рокировка. Хочу король h8, ладья g8. Накатить там, на королевском. Он h4 хочет. Ну, пусть хочет дальше. Мы заберем. Так, и пешка пока что защищена, да? Значит, у меня есть шанс сыграть ладья g8. Не боясь всего этого дела. Пожертвую, наверное, на h6 ради атаки. Получится позиция поинтересней. Ферзь h5. Неприятный выпад на f7. Если он не сыграет, так я, наверное, сам уже полезу ферзем. Так, здесь с удовольствием беру. Так, и вылазю в атаку. Слон h3 хочу, f3. Агрессивно. Ладья Е1. Видимо, слон F1 готовит уйти в защиту. Ладно. F5 может быть. Или вообще забрать. Забрал. Слон уходит, ферзь F3 находится. Защита, значит, пока что уведу. Так, G3 ослабление, но... Как этим воспользоваться? Не хочу менять слонов. Пригодится еще по белым полям. Так, ферзь h5 нельзя, конь f6 получу. Желательно еще бы ладью одну подтянуть. Но как? Ладно, f5. Все фигуры в атаку хочу подключить. Может быть, ладья А7, ладья Ж7. Вот такой нестандартный перевод. F3 нету. Ничего тут нету, пока он укрепился. Так, что тут делать-то? Ферзь H5, конь F6. Опять вот эта угроза меня тут раздражает. Ладно, ладья А7 пошел пока. Хочу все-таки перевести ее туда поближе. b5 сильный ресурс, создает проходную. Ну ладно, ладья g7. Все фигуры в атаке абсолютно. Ну, у него два хода до ферзя, f4. Так. Поставит уже ферзя, взял. Ферзь g3, наверное, сходит. А что дальше-то делать? Ферзь сейчас встанет уже. А мат я, наверное, не успеваю. Ферзь d2. Последний шанс. Попробовать где-то слон f3 или слон e2. Или слон f4 вообще. По минуте у нас у обоих. Так, слон f4. Замес на доске. Бардак просто какой-то. Ферзь c3. Заберу и слон f3. Может, сейчас ферзя поставить. Но тогда слон g3. Остро. Так, ферзь c3, наверное, сходит. Взял и... Слон f3 или слон h3. Слон h3 король убежит. Слон f3 хожу. Хочу на ферзя поставить мат просто. Забрал.
Сюда пошел. Так, а он ферзя все-таки ставит, да? Не успеваю. Или ладья. Ладья 8 тоже нет ухода. Зря я, конечно, взял эту фигуру. Может быть, не стоило вообще. Так. Так. Слон Е4, ладья G1. Времени нету. Забрал. Почему он не поставил ферзя? Удивительно. Или нельзя было это делать? Вперед. Вперед. H5. Погнал свою. Хочу мостик организовать. Слон H5. И все. Наверное, сейчас ферзь мой встанет все-таки. Так, удалось поставить ферзя, теперь быстрый мат. Где он? Так, сюда. Забрать эту гадость. Две секунды, он, наверное, победа все-таки. Да, удалось взять реванш. И счет стал в нашем матче равный.